Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Сейчас я покажу, как правильно и быстро и качественно сматывать строительные нитки. Один из способов. Как показывает опыт, что это всем нужно и всем прирождается. Потому что, вот как я понял по молодых людях, которые вот приезжают, они не умеют буквально этого делать. Сматывать нитку. Вот, смотрите, как я делаю. Для того, чтобы красивый, аккуратненький клубочек, для того, чтобы время не тянуть. Вот многие сматывают вот так. И тянут на этом, то есть это все время, это все деньги. Мы просто сматываем нитку вот так, смотрите. Быстро и хорошо. Вот, раз. И она быстро сматывается. Быстро, быстро, быстро. Аккуратненько, смотрите. Твердо, тесненько. Таким же приемом можно сматывать и проволоку. Вот смотрите, какой клубочек тесненький. Вот его можно вот здесь сделать такую как бы петлю, ну, чтобы действительно это никуда уже не делось, а уже как бы, вот, затянул и все. И даже когда вы привязываете, то есть натягиваете нитку, делать такую петельку, чтобы ну, клубочек не разматывался. И это очень удобно. Вот такие клубочки. Все, зарабатывайте. Стройте из камня.